Сегодня очень важное произошло событие, когда собрались представители Народного совета, Министерства юстиции, прокуратуры, представители омбудсмена и инициативная группа, которая инициирует закон об адвокатуре. В законе, который рассматривался сегодня день, здесь заложен очень важный принцип. Это что адвокатура – это независимая организация, и управление, управляющие органы адвокатуры избираются на съезде адвокатов. Это краеугольный принцип того, что адвокатура в Донецкой Народной Республике должна быть независимой. И это наше глубокое убеждение. Что касается вопросов защиты граждан, то закон об адвокатуре нужен, потому что сегодня есть уголовные дела, есть следствие, есть сотни, если не тысячи уже людей, которые находятся под следствием, и нет законной процедуры вступления адвоката в следствие и защиты, соответственно, человека. И стать жертвой произвола в условиях военного времени, ну, я не исключаю таких казусов, и мне известны несколько. Поэтому то, что сегодня произошло, я думаю, что это можно считать таким первым общественным слушанием этого закона. Внесем правки, подадим, инициируем в Народном совете, и я думаю, в ближайшее время появится у нас закон об адвокатуре. Дальше нужны законы остальные, то есть закон об оперативно-розыскной деятельности, гражданско-процессуальный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс. Ну, то есть все, что обеспечивает правовые процедуры в нормальном государстве.